этому автомобилю, наверное, нельзя отнести понятие суперкар. Приставку супер надо заменить на приставку гипер. Именно так нужно называть новый Bugatti Chiron. Он, очевидно, претендует на звание одного из самых быстрых дорожных автомобилей в мире, если не самого быстрого, и название, наверное, самого дорогого серийного автомобиля на Женевском мотор-шоу. Хотя что такое серия из 500 экземпляров, из которых, кстати, 120 уже предоплачено. А стоит эта машина тоже рекордные 2 миллиона 200 тысяч евро. Остальные цифры тоже способны вызвать легкое помешательство у людей, которые понимают, что такое мощность, крутящий момент и скорость. 8-литровый 16-цилиндровый двигатель дубль V-образной конфигурации выдает 1500 лошадиных сил, конечно, благодаря двойному турбонаддуву. Крутящий момент 1600 ньютон-метров. Максимальная скорость искусственно ограничена на отметке 420 км в час, хотя спидометр оцифрован до 500. Это уже какие-то самолетные показатели. А вот характеристики разгона с нуля до сотни и с нуля до 300 км в час, наверное, способны лишить рассудка в прямом и переносном смысле слова. 2,3 секунды – это с нуля до сотни. Быстрее разгоняться просто невозможно. Не каждый человек способен выдержать такие перегрузки. Ну а скорость с нуля до 300 этот монстр набирает всего лишь за 15 секунд. Если дорожный автомобиль быстрее – вопрос. Все время идет некая конкуренция между той же Bugatti и Кёнигсегом. Но однозначно, это споры уже о каких-то смешных единицах, которые просто теряются на фоне этих астрономических показателей.